Что касается руководства и Путина, у меня никаких надежд уже нет, а вот надежда на то, что одумаются солдаты, которых обманули, одумаются люди русские, которых обманули и рассказали о том, что здесь идет операция, специальная операция. Никакая не операция. Здесь идет братоубийственная, жестокая война, убивает мирное население. Поэтому надежда у меня только на то, что одумается народ и примет какие-то меры или просто откажется воевать и участвовать в этой братоубийственной войне. По сути, сегодня солдаты и офицеры российской армии просто превращаются в жестоких, циничных убийц, которые сегодня стреляют по мирному. Поэтому я бы просил и обращаясь и с просьбой, и с требованием, прекратить эту войну. Прекратить эту войну и убрать с этих оккупантов с нашей земли.